Родители воспитанников некоторых детских садов Ноябрьска будут полностью освобождены от платы за пребывание их детей в дошкольном учреждении. По решению городской думы с этого года увеличилось количество льготников, освобожденных от оплаты за детский сад. Посещать дошкольное учреждение бесплатно с этого года будут дети, имеющие различные ограничения здоровья. Причем, как пояснила начальник городского департамента образования Надежда Гудкова, речь идет не о детях инвалидах. Сейчас таких ребятишек, посещающих по медицинским показаниям особые группы, в Ноябрьске около 400. Правда, подтверждать наличие заболевания у ребенка родителям придется каждый год. В трех образовательных учреждениях, это «Аленький цветочек», 9 групп, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата будут посещать дошкольные учреждения бесплатно. Такая группа есть еще и в «Белоснежке», 20 детей. И коррекционный детский сад «Ручеек», в котором 12 групп, 183 ребенка. И в общей сложности их 389 детей по городу. Дети с ограниченными возможностями здоровья, они дети-инвалиды. Они все с января 2013 года будут посещать детские дошкольные учреждения бесплатно.